Итак, красавчики, без доната. Продолжаем. Такой вот составчик. Бундестим. Плюс АПЛ. Выполняем задание на Бруно Фернандеса и Менди. Улучшенные карточки. Летние жары. Соперник Смок Сквад. Дембеле, Винисиус Джуниор, Менди этот, Джо Феликс, Бруно Фернандес. Можно брать. Всем привет! Отличная футбольная погода у нас. Надеюсь, команда сыграет финальный свисток. Конец матча. Три-один, победа. Гол Феликса. Артур. Интересно, куда дальше мяч пойдет. И вот удар. Атака удалась. У нас все живо началось. Ты только посмотри. Бруно Фернандес. Похоже, нас ждет сегодня очень яркий матч. Верим, надеемся. Отвечает смотрим. Своим голом. С отскока. Счет снова равный. Уложил защитника. Мяч. Как у нас по красоте. Ты только посмотри. Да, классно сыграно. Похоже, нас ждет сегодня очень яркий вратарь. Матч. Верим, надеемся, смотрим. Отбил. Обратно. Отбил. Прям на ногу. Да, Андре Силва. Классно, ибо платил забитый мяч преимущество своей команды. Португальская связка. Но это просто подарок для забившего игрока. Все было просто для него в этом моменте. Вратарь явно ворот потерял. Все, что нужно было сделать, у него и получилось. Замкнул навесик. Алассан Пля. От Пля. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Забивает он гол, да. Да, сыграл. Стеночку разыграли. И воплотил в забитый мяч преимущество своей команды. И раскатали. Красовольчески. Бруно Фернандес. Как же здорово он мяч пробил. Делает дубль. Как мы старались ему тут помешать, он как будто ничего не замечал, а только ворота видел впереди и знал. Андре Сильва. Бруно Фернандеш. Сильва. И еще один. Забрал защитника за собой. Вот теперь крайне сложно. И пяточкой красиво отдал. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. И Бруно ближний пробивает по ряде. Здесь момент. Прям вратаря бьет. Интересно, таким составом затащили. Прикольно. Идем дальше. Физуха в норме. Поехали. Реал Мадрид. КФ. Лемар Суарес. Видаль, Де Йонг, Бейл, Семедо, Варан, Куртуа на воротах, Умтити. Мощно. Всегда приятно работать в тех условиях, которые без улучшений, сегодня... но мощно. 2-1. Проигрыш. Бейл ворвался. Ближний пробил. Ну что, Алихаби до начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Разъездной пас.
Лафонт не тащит. Бруно на последних минутах и ничья в самой концовке матча. Сделал ничейку, что-то изменить еще. Поворот, конечно, но сейчас не удержались. Эрнань. И как он дальше мячом распорядится? Эрнандеш! Ответный гол на последних минутах игры. Они Эрнандеш спаслись. Раскрутил защиту и в дальний пробил. И Луис Арес в конце матча уже замкнул навесик. Дембеле забежал. Как он, Суарес остался один? Непонятно. Так вот, проиграли. Погнали дальше. Нкунку в центре. Бисклаб. Гикс. Икона. Футбол зовет. Всем привет. Кто? И здесь там Модесте у соперника. 5 голов наклепал. Сейчас игра пойдет поживее. Интересно, Маркус Тюрам. И вряд ли он станет последним в этой. На 51-й минуте только начали забивать. Здорово он разобрался в этой ситуации. Оказался там, где нужно. Вроде все нормально начиналось. И пробил. Открыть счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли Тюрамыч он станет последним в этой встрече. Забивает. Как мы потом 5 голов пропустили. И что дальше тут будет? А, отскок здесь. Модесте. Все, он замыкал. Ищут. Можно выходить. Модест. Катают они мяч. Раскатали. Хороший пас на ход. Все отыгрывают. Один гол успели, не только забить. Матч без драматичной концовки. Еще все он в атаку там активировал. И что дальше тут будет? В защите ничего не забыл сделать. Здесь обокраны. Инкунку. Наказывает на приеме. Есть еще немного времени, чтобы постараться сравнять счет. Да, сделал. 3-2. Но опять Модеста. Можно забивать. Всех обижал. Что за зверь? Хорошо увидел партнера впереди. Бить можно и... Никто его не может накрыть. Надо его тоже затестить. Че он фартовый такой? Погнали дальше. Тем же составом. Легенд Клаб. Инзаги. Санне. Абумиянг. Бруно, Бернардо Силва. Очень здорово, что сегодня буквально все сошлось, чтобы создать великолепные условия. И соперник слетает. Плюя на третьей минуте уже. Забитие, это очень весомое. Делает 1-0.
Ну вот так он почти в одиночку разобрался с обороной соперника. Один, оказывается. С разворота. Правда. Пробивает. Он накручивает соперников одного за другим. Между двух пасеком нашли лазейку. И бля. Получается забитие. Это очень весомое преимущество. Спокойно забивает. На технику. Ну вот так он почти в одиночку разобрался под штангу. Соперник. Лерой Сане. Врывается на дальнюю. И мощно так в девятину заклепал. Ты что? Все логично. Бернардо Силва. Обычный. Кто бы мог подумать, что забивает такому составу. Ограничить активность соперника, да и поворотом они били чаще. Да, они очень грамотно построили игру. Это Бернардо Силва. Пасеком там дал. Интересный. Есть гол. Пяточкой. Отлично сыграно. Все логично. Выходит вперед команда, которая диктует игру сегодня. Принял и сразу прибывает. Кто бы мог подумать, что они забьют, но им удалось ограничить активность соперника, да и поворот. Денис Берком. Еще один мяч они. И теперь в два мяча. И Бруно Фернандес делает рейды. Очень сложно будет выбраться сопернику. Не побоялся он взять игру на себя в этом моменте. И смелость его привела в голову. Отлично. Ближний. С мячом Бруно Фернандес. Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Закружил защитника. И мощно пробил. Красавыльчище. А вот Антони Модеста. Вышел на заменку и сразу забил. Так, я думаю, что по такой игре вратаря это не последний забитый мяч. Спасика. Ну, в общем-то, остается только хорошо открылся. И ждать свист... Под пас. Пас все-таки доказывает, что он забивной. Мяч, это надо использовать. Это гол. Умеет находить позиции. И в касание забивает на раскатке. Так, забираем задание на Мэнди. 89-й. 5 на 5, нифига себе. Вот эта карточка Мэнди. И в защите можно, и в полузащите ставить. Так, команд выполнили. Осталось 5 разных победах французскими игроками забить. Пробуем. Забираем наборчики. Идем дальше. Физуха в норме. Левый защитник. Киданем всем. И тем же составчиком. Поехали. Непредсказуемые ребята. Энфилд Вилла. Бензема. Гризман Иско. Кубо Японец. Кросс. Семедо. Янг. А, Смолинг. Улучшенный Смолинг. С радостью говорю вам, привет с Месталье. Сегодня здесь великолеп. Соперник
выходит из игры. Счет 1-6. Разобраться в ситуации за считанные секунды. Сан-Плеа. Как по нотам была разыграна. Врывается. И неудивительно, что она привела к... Головой замыкает. Справа фланга, здорово подал в штрафную, только что в обертку не завернул. Да, таки... Красовольчик. Опасно это может быть. Бернард. Плеа забил. Как здорово он умеет разобраться в ситуации за считанные секунды. Замыкает навесик. Мощно срезает. Как по нотам была разыграна атака. Гил Диас вырывается. Подача Антуана Гризмана. Замыкает передачку. Неплохо так. А здесь Златан Ибрагимович вышел на заменку. Забил рукой. Не пробил вратаря. Но отскок от руки. Гол забивает. Все четко он сделал, все как надо. Рука Бога Златана Ибрагимовича. Повторчик смотрим. Вот так вот. Кончиками пальцев зацепляет. Забивает. И подкатит там не успевает. Златан вколачивает мяч в... Златанище. Автогол. Типа дубль, но, к сожалению, в свои ворота. Но автогол, автогол это всегда обидно. Записали на Карвахаля. Но что тут скажешь? Ну там чистый дубль. Ибрагимович, гол должен быть. Очень обидно. Команда заставил забить автогол соперника. Пяточка еще пробил вот так вот. Приколист Златан Ибрагимович. Первые голы его за клуб, за красовольчиков. Хорошо врывается. Нет. Ударчик. Тюрам. Хорошая позиция была прямо перед воротами, и мячу тоже на заменку вышел. На такие голы можно замкнул передачку. Шедевр. Ну, тут надо голевую передачу отметить с фланга. Навес получился просто на загляди. Бруно Фернандеш. И тут может что-то получиться. Ибра. Удар. Делает навесик. Прекрасный гол. Хорошая и Маркус позиция была прямо перед воротами, и мячу просто некуда было деваться. В обратке. Щекой замыкает. Такая вот победа. Соперник еще там в конце сам себе гол забил. Но это можно не смотреть. Расстроился. Наказали. Победка. Так продолжаем бороться за улучшенные карточки летней жары. До следующей серии.